Всем привет! Сегодня мы будем мариновать перепелиные яички. Для этого их надо отварить. Ложим в кастрюльку, заливаем водой. Не забываем включить газ. Горит. Все, отвариваем вкрутую. И сейчас начнем их чистить. Ну а пока они варятся, поставлю пока паузу. Так, ну вот, наши яйца закипели. Засекаем 5 минут. И заливаем холодной водой для того, чтобы они у нас остыли. Танцующее яйцо видели? Яйца очень любят танцевать. Итак, яйца у нас сварились. Ну, теперь их надо почистить. Так, перепелиные яйца чистить не так уж и просто, в отличие от куриных. Но вполне возможно. Как это делается? Раз, прокатываем, и после этого у нас спокойненько снимаем шкурочку вместе с пленкой. Ничего сложного. Вот так, готово. Ну и так, следующее, раз. Пленка у них очень плотная. Ну, яички еще свежие сильно. Вот так они чистятся. Если яйцам несколько дней, они чистятся намного лучше. Ну, хотя эти чистятся ничего. Вот так. Ну, еще одна. Да? Прокатили и теперь снимаем. Оп, готово. Так, ну и так вычистим все яйца. Ну а пока я буду чистить, я все-таки поставлю на паузу, потому что их там много. Так, ну вот, яйца мы почистили. Теперь можно положить их в баночку. Но я это делаю вот в таком пакете, на струне. Это не я придумал, это я вычитал на каком-то американском форуме. Вот, один американец делал в таких пакетиках, говорит, так меньше расход своего соуса у нас. Я попробовал, действительно, так намного удобнее. Так, помещаем наши яйца в пакетик и заливаем соевым соусом. Обычный соевый соус, классический, но я вот такой в данном случае использую. Вот, купил, в принципе, любой соевый соус. И прямо заливаем наши яйца. Вот так, чтобы вот доверху. Еще немножко добавить. Ну, достаточно. Так. Так, выпускаем лишний воздух и закрываем. Все. Вот так вот оно у нас выглядит. Теперь вот этот пакетик ставим в холодильник. И завтра они уже будут готовы. То есть вот сегодня сделали, завтра кушайте. В принципе, можно кушать уже через часа, через 4-5. Ну, вот на ночь помещаете в холодильник и с утра уже отлично. Это обалденная закусочка. Вообще это вкус, ну просто непередаваемый. Вот. А как закусь, ну это вообще не сравнить. Это просто что-то с чем-то. Все, приятного аппетита.
В общем, я очень рекомендую вам вот это попробовать. Поверьте, это очень вкусно. Самое главное, никогда не покупайте вот такой соевый соус. Вот. Вот в такой бутылке, вот с такой этикеткой. Какой-то делюкс. Этот соус куплен в магазине АТБ. Там он продается. Это вообще, это такая дрянь. В общем, вот этих вот производителей и поставщиков, вот их бы всю жизнь поить вот этим, кормить вот этим соусом. Потому что соусом это назвать нельзя. Это что-то такое, ну, просто несъедобное. В общем, нормальных слов у меня нету, а материться в прямом эфире не хочется. Запомните вот эту этикетку. И никогда его не покупайте. Как бы вам его не советовали всякие там дефективные менеджеры, продавцы и тому подобное. Это дрянь.